Нас бомбят русские, мы все боимся. Причем мы? Мы простые, обычные люди. Я не могу. Ракеты, 6 ракет лупанул, мимо меня пролетели и сюда. Да дальше я не видел, потому что я подошел. Ну и сказали, что... Вот воронка после взрыва, и вот видите сами, что... Разбомбили жилой дом, ударили ракетами по нему. Очень погибло много мирных жителей. У меня есть видео, где по меньшей мере 4 человека, которые просто уже погибли. Вот лежит человек убитый тоже. Ну, просто Лавровый Пукин это... Просто... Они просто бандиты, их нужно судить. Вон попадание вот туда вот, завод, взрывной волной вынесло все к чертовой матери. Вот все, что я могу сказать. Есть раненые, тяжело раненые, из этих тяжело раненых есть 2 детей, которых отвезли в больницу. Но персонал, местное население, общими усилиями мы все это сделали.